Всем привет, ребята, с вами я, Саша. Я вам буду показывать, как сделать воду в чикенгане и синек. Я вам это покажу. Можете куда-нибудь на любую карту зайти в офлайн или с друзьями это проверить. Я вам покажу, как сделать либо воду, либо снег. Сейчас. Можно, например, на вот этом писать и на вот этом. Вот, на вот этих обоих я это проверял. Я могу так вам показать. Смотрите, вот так пишется. И стрелка, которая смотрит вот сюда. И вот эта стрелка. Вот сейчас покажу. Вот эту стрелку ставите, а потом напишите colors равно и ну и соточку и 1999. Ну, то есть 1999, и вот эта стрелка должна быть на вот это смотреть, а вот это на вот это. И пишите вот такое слово, размер по-английски. И потом еще раз равно, и потом, пишите 19 999, и вот эту стрелку, и вот эту точку, и когда у вас получится вода, видите, и также это тоже работает, вот, то есть она будет невидимой. Я вам покажу, как сделать еще снег. Можно вот так, вот так сделать. Я не знаю, ребята, но я сделал какой-то второй миф про воду. Вот это вот такая. А если вот это убрать, то вообще вот так будет. Кстати, ребята, прикольно. Прикольно. У меня получилась такая вода, как снег, только там не видно. Ну, она голубого цвета. Ну, вот вам миф. Как сделать, воду. Не знаю, вот тут, кстати, какая-то краска. Так, давайте проверим еще мифы. Это вода. Если это убрать. Вот там реально земля менялась. Вот вам все мифы, которые я знаю, и все. Ну, секретные цветы. Вот, можно сделать вот такую вот, в которой ничего не видно. Или, например, прозрачную чуть-чуть. Вот так. Ну, сами решайте, какой будете выбирать. Но я думаю, вот эту воду. Ладно, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на меня. И с вами я был Саша. И всем пока.